Нет, ребята, я не гордый. Не заглядывая вдаль, так скажу, зачем мне орден? Я согласен на медаль, но медаль и то не к спеху. Вот закончили войну, вот был в отпуске, я приехал на родную сторону. Буду жив еще? Едва ли. Тут воюю я, не гадай. Но скажу насчет медали, мне ее тогда подай. Обеспечь, раз я достоин. И понять вы все должны, дело ж самое простое. Человек пришел с войны. Браво, браво! В образе Василия Теркина здесь на площади Советов народный артист России, лауреат телевизионной премии ТЭФИ Сергей Белов, прямиком из Екатеринбурга. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Очень рада вас видеть. Человек уральский, я подготовилась. Смотрите, у меня какой браслет. Ух ты! Я потому что человек тоже уральский, я из Челябинска, а вот уральский. Я тоже из Челябинской области. Очень рада вас видеть, но вы в Сургуте далеко не в первый раз. Да, мы уже с Бариной сейчас, вчера с Юлей говорили, 11 лет мы уже вместе работаем. Да. С нашим камерным оркестром народных инструментов «Былина» вы уже на одной волне, получается? Да, да, и мне очень нравится, потому что действительно хороший творческий такой коллектив, почему так сразу прикипел душой, потому что они очень подвижные. И она такая прямо роботоспособная, Игорь Япсова, прямо все время ею брыщ. И главное, мне не дают расслабляться. Да, ну Юлю нашу все, конечно, любят. А сколько вы лет уже? 10? 11 лет. Оркестр – это аккомпанемент для вас? Ну, я всегда как бы, я же начинал-то делать программы с нашим оркестром, еще в Екатеринбурге. И мне главная задача была, конечно, чтобы на паритетных началах, чтобы это был баланс. Потому что самое главное еще пропагандировать, популяризировать музыку народную. Вот. И поэтому оркестр там сбалансированное звучание. Они точно такой же участник спектакля, как я. То есть там трудно вычленить, кто лучше, кто хуже, кто больше, кто меньше, понимаете? Да, но получается, можно все-таки сказать, что это моноспектакль? Вот этот, да, это в принципе моноспектакль, хотя они тоже разговаривают и поют. И даже вот мы, у нас Утесов, программа замечательная есть по Утесову, они пели там, значит, как оркестранты Утесова, и все время им было мало, они говорят, давайте еще попоем, потому что им нравится участвовать в этом, конечно. Круто, а зритель наш северный? Очень хороший, потому что у меня даже здесь появились свои фанаты. Я еще ни слова не сказал, только объявили, какой-то мужчина уже кричит всегда. О, брал! Вас ждут, конечно. Помимо того, мне хочется еще узнать какие-то вещи, которые ну, не очень были известны, но очень хорошие, забытые. Вот, в частности, в Утесове там замечательный вальс о неизвестном матросе. Очень мало поют. Перевал совсем не поют песню. И много таких песен. Потому что у вас такая творческая натура очень динамичная. Вы все время, да, вот... Ну, как я всегда детям говорю, я сейчас же уже еще художественный руководитель в детской театральной школе у нас, которую открыл лет 35 назад. Я всегда говорю, мужчина особенно должен сначала, для начала иметь ум, это первое. А второе, он должен быть обязательно пытливым. Поэтому это всегда интересно. Открывать что-то новое, узнавать, читать, вникать. Вот. Так же, как и люди, вот, когда национальные там всевозможные вопросы. Мне всегда интересно, и у меня и еврейские есть программы, и всяческие разные. Мне говорят, а почему? Я говорю, потому что чем больше проникаешь в культуру другого народа, понимаешь, что разницы особой нет. Есть нюансы замечательные. И какую-то сопричастность начинаешь. Ты чувствовать? Просто глубже смотришь, шоры слетают, и ты понимаешь, что мир-то, в общем-то, мы все одни. Просто есть нюансы, интересные. А когда красивая женщина, говорят, так вообще не имеет значения какой национальности. А и важно, что говорят, нет? Уже не совсем. Но у вас настолько пытливый ум, что вы ведь известны очень многим в нашей стране как кулинар, за большой буквы. Ну, да, телевизионный кулинар у вас был, большой проект. 20 лет я отработал на телевидении у меня. Потому что это было сначала очень интересно, потому что мне было, там тоже была целая серия передач. Я взял литературу, писателей, их музыкантов, известных композиторов, допустим, Вишневый торт Вагнера, например, там, или какие-то, ну, вот такие вот интересные вещи, то, что любил Пушкин, например. Я всегда говорю, картошка по-пушкински, все так, как это? То есть у вас еще и креативное название. Как это? Рассказываешь о Пушкине и постепенно готовишь и показываешь. Оказывается, картошка по-пушкински – это отварная картошка вчерашняя, ее просто нужно обжарить и все. Жареная картошка. Мы обязательно продолжим разговор с Сергеем Николаевичем, узнаем связь музыки и кулинарии, и литературы более подробно. Сейчас студия просит слова, а мы вернемся сюда на площадь Советов. Ну, мы продолжаем весенний утренний променад с народным артистом России Сергеем Беловым. Сергей, мы уже начали с вами о кулинарии говорить, так все-таки музыка и кулинария как-то связаны, и это возможно вообще? Безусловно, вообще весь мир, вообще вся жизнь наша человеческая, она развивается по законам музыки, еще и математика, но она тоже музыка. И все по законам музыки, светло, темно. А как же физики, лирики? Светло, темно, вот быстро, медленно, это все музыка. И, кстати говоря, один...
величайший композитор России, да, он себя никогда не считал композитором. Он всегда говорил, я кулинар. Он очень хорошо готовил, у него есть целая книга рецептов, огромное количество всевозможных баек по этому поводу. Так что музыка, вот есть торт, скажем, у Вагнера, вишневый торт. Его пригласили куда-то на свадьбу к молодоженам, и он испек этот торт и поехал с этим тортом сам. Так что ничто человеческое не чуждо. Ну что говорить про русских писателей, так это сплошь и рядом одна еда. Если вы возьмете Гоголя, Пушкина, я не знаю, кого угодно, вы возьмите, там постоянно огромное количество рецептов интереснейших просто. Ну, у вас вот любовь к этому кулинарному искусству родилась с детства? Ну, она, как сказать, родилась? По необходимости, если я рос как гриб за баней, да, допустим, раньше же ведь просто жили как. Родители уехали и говорят, вон в холодильнике там что-то есть, найдешь, приготовишь, вот и все. Дело было в Челябинской области, да? Да, в Кыштыме я родился. Пожалуйста, найдешь скотины, полный двор. Найдешь, голоду не умрешь. А вы нашли такое сочетание? Ну, оно как бы да, с годами. А потом, понимаете, сегодня дети, они лишены очень многих вещей. Потому что мы жили, некоторые не знают, как выглядит коза. Они живую не видели. Но сейчас, слава богу, контактные зоопарки появились. Теперь знают, что у нее зрачки, да, прямоугольные. Да, и вот в театральной школе, где вот сейчас я занимаюсь, я всегда им говорю, мы должны, человеку дано невербальное общение, вот сенсорное, да, мы должны чувствовать на уровне вот каких-то таких вещей, тонких очень. И люди это умели раньше. Просто с годами мы с этой спешкой, с ерундой вот с этой вот, мы забываем это и теряем вот эти звучания. Ну вот вы, да, видите, вы говорите о процессе, о созидании. То есть вы есть-то вообще любите? И вот этот сам как вам сказать, я люблю очень простую еду. Это чтобы, короче, все было крупно очень. Не как у французов, так вот все мелко, мелко, мелко. И на большой тарелке так? Да. Я люблю, чтобы все было крупно. Картошки, селед, капуста, огурцы. Я когда еще был студентом, у меня ребята мои на курсе, они говорили, ну давай, и я начинал. Я выпивал, закусывал так смачно огурцом, и они все говорили, хорошо, и начинали все, потом, значит, застолье. Ну, что такая прелюдия была. А утро начинаете с чего? Чем завтракаете? Ну, в принципе, сейчас, конечно, обязательно это кашка какая-нибудь была. Или чтобы сырники у меня вот очень любят жена. Сейчас мы вдвоем живем, поэтому дети-то все разбежались. Дочка отдельно, сын отдельно, у него своя семья. Вот я сырники когда приготовлю, когда блинчики она просит, она просыпается и говорит, хочу блинов. Я пошел, раз, она у меня не умеет блины печь. Ну, так вот сложилось. Она печет очень хорошо, а блины как-то вот... Да и нет необходимости. Да нет, конечно, необходимости. Да, я сам их пеку. Блины, оладушки вот такие какие-то. Ну, а детей научили готовить? Сын научился, и дочка умеет, безусловно, а сын, он постепенно научился. Он как были тяжелые времена, и он как остался без работы. Мы держали на контроле, но, смотрю, уже собрал все. И тоже творческой профессии ведь человек, Илья Белов. Да, он актер. Он актер, когда же вы успеваете, и вы готовите, вот все время выезжаете, вот сейчас мы в гастрольном туре. Если, кстати, не успели, дорогие жители Сургута и гости города, попасть на премьеру моноспектакля Василия Теркина, надеюсь, вы приедете. У нас осенью будет, с оркестром будет осенью, я думаю, что в октябре, скорее всего, это будет Есенин. Очень хорошая программа, я так ее люблю, я первый раз с ней приехал. Как мы благодарны нашей филармонии, что привозит вас, приглашает, потому что для всего города подарок. Мне нравится, потому что я действительно, мы уже влюблены друг в друга, есть у меня знакомых много, вот и в библиотеке. Какие ваши замечательные сургутские уже появились люди, с которыми мы уже сотрудничаем там. И дети, вот у нас педагоги из нашей театральной школы сюда приезжают на мастер-классы иногда какие-то. То есть мы очень завязались сейчас с Сургутом. Мне нравится, люди здесь очень хорошие. Самое главное, что оркестр чудесный. Мне он очень нравится. Да, речь про былину, дорогие друзья. Давно на одной волне с Сергеем Беловым наша былина. Да и мы тоже с вами на одной волне. Хочется болтать с вами долго и бесконечно. Но, к сожалению, вот студия уже снова просит слова. Так что мы вынуждены с вами, дорогие зрители, прощаться. А я с Сергеем Николаевичем еще погуляю. До свидания.